Всем привет, с вами Мариша Пастухова. Сегодня мы ничего не делаем, а я отвечаю на те вопросы, которые вы чаще всего задаете в комментариях или в личных сообщениях в социальных сетях. Ссылочка на социальные сети есть в описании. Я отвечу на 13 самых популярных вопросов, которые вы мне задаете. Чем заменить эпоксидную наклейку? Чем заменить крышечку под эпоксидную наклейку? Можно ли использовать картинку с эпоксидной наклейкой без какой-либо черные основы? Клеевые стержни и нужны ли они в канзаше? А также клеевые стержни, как их выбрать и действительно ли влияет их цвет на качество клея? Как убрать случайные капли клея с изделия? Бывает такое, что течет клеевой пистолет, и на изделие падают капельки. Можно клея. Ли работать вообще без клеевого пистолета? Это для тех, кто только начинает заниматься канзаши. А также, как исправить ошибку при склеивании и выбор ножниц и зажигалки. Нарезка лент, хранение инструментов и шаблонов. Ну и работа с бусинками. Вот такими лайфхаками из личного опыта, с которыми сегодня я с вами поделюсь.